главный враг сидит внутри меня. Ну, много, как бы, история войны достаточно долгая. Вот. Ну, пытаюсь бороться, договариваться, находить какие-то компромиссы. Я думаю, что это многим понятно. Это лень, это гордыня, это зависть, это ревность. То, что отравляет жизнь. Я слышал, что есть люди, которые якобы это в себе побороли, ну, искоренили до нуля. Я, честно говоря, не очень верю в это. Мне кажется, что дело компромисса и некоторого серединного, что ли, пути. Ну, или как бы работы над максимальным снижением вот, влияния вот этих вот элементов.